Картина Куинджа и Петри «Крым» спасена из рук злоумышленника. Для чего или для кого была совершена громкая кража, в каком состоянии шедевр сейчас, ну и, наконец, как могло получиться, что его похитили практически беспрепятственно. О первых итогах следствия будем узнавать у Дениса Алексеева. Он находится в Управлении внутренних дел по Центральному округу Москвы и сейчас с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте. Итак, какая у вас последняя информация? Да, приветствую. Ну, действительно, сейчас мы находимся возле отдела УВД по Центральному административному округу Москвы. Именно сюда доставили предполагаемого похитителя картины о Петре «Крым». И вот, собственно, по предварительной информации, посещать отделы полиции, собственно, для этого человека, 31-летнего мужчины, уже не впервой, потому что сейчас он находится под подпиской о невыезде и проходит фигурантом по уголовному делу по статье 228 «Хранение наркотических веществ». По какой статье против него возбудили уголовное дело на этот раз? Предлагаю послушать комментарий. У нас есть комментарий представителя МВД. Подозреваемый в краже мужчина в возрасте 31 года был задержан в поселке Заречье Московской области. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался московскими полицейскими за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния. Расследование этого уголовного дела продолжается. Захищение предмета, имеющего особую ценность, задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы, но вообще зависит от того, как он будет сотрудничать со следствием. Вот уже известно, что в момент задержания сам 31-летний предполагаемый похититель указал на место, где находится картина, она найдена, и вот сейчас с экспертом предстоит оценить ущерб, нанесенный вот в результате этого инцидента, но специалистам, следователям предстоит выяснить, были ли у задержанного подельники, и также наверняка стоит и обратить внимание на то, были ли заказчики у этого преступления. Но вот есть информация, что в момент кражи на месте возле Третьяковской галереи видели белый внедорожник, вот сам ли уехал на нем задержанный, или у него все-таки вот были лица, которые ему помогали в этом. Тут, еще раз повторюсь, предстоит выяснить в ближайшее время следователям. Пока информация такая, но вот еще известно, что сам задержанный признался, что совершил кражу исключительно из корыстных побуждений. И вот ни о какой любви к искусству у него речи не идет, но вот эксперты также еще проведут экспертизу на вменяемость задержанного. Студия. Денис, спасибо. Денис Алексеев рассказал о расследовании кражи из Третьяковской галереи картины Куинджи.